Так, товарищи, привет. Продолжаем. Сегодня поговорим про Ягуар. Ой. Про Егерь. Это оптический прицел. Охотничий оптический прицел. Это были оговорки по Фрейду из моего прошлого. Так, охотничий прицел оптический. В данном случае у нас модификация 3940.T01I. Made in Беларусь. UPC-коды, там еще что-то там. В общем, поставляется вот в такой он коробочке. В хорошей тут трали-вали. Что у нас здесь еще? У нас еще здесь идет инструкция с сетками, с размерами. Еще что-то там, как они выглядят. Две батарейки. Инструкция, гарантийные талоны и тряпочка. Внутри прицел у нас вот в таком вот оригинальном тубусе. Наверное, паузу надо нажать. Итак, вот в таком оригинальном тубусе. Это дело все раскрутим. И достаем прицельчик. Первые впечатления, равно как и последующие, весьма хорошие. Крышки защитные. На ленточках, на резиновых. Так, ну, наверное, надо это все снять. Итак, крышки сняли. Прицел у нас в 30-й трубе. Объективная линза. Окуляр. Все очень чудесно. Цветопередача отличная. Я бы не скажу, что, конечно, люпольд, но что-то где-то уже недалеко. Здесь логотип у нас Yukon. Сверкающий, блестящий. В лучах весеннего солнца. Made in Беларусь, Сирини. Газовый порт, подозреваю, не силен в механике, в прицелостроении. Здесь у нас тот самый пресловутый вариатор подсветки с межшаговыми нулями, режим НВ. Я смотрел, это очень слабое свечение в обычном видимом диапазоне, но может быть еще и в невидимом. Здесь же у нас крышка тоже рифленая для батарейки. Гнездо с индикацией батарейки, с надписью. Крышка прижимная, полярная, здесь написано. Вот такая вот жирнющая батарейка CR2354. Две штуки в комплекте, как я сказал, уже идет, закрутим. Так, открутили крышку водопоправок вверх-вниз. Крышка, кстати, у нас алюминиевая, что неудивительно для прибора с такой ценой. По низу у нас кант идет, эта резинка, она, кстати, плотно прижимается, что чувствуется при закручивании и не может не радовать. Барабанчик крутится довольно-таки свободно, с отчетливыми глухими кликами. Обнуление барабана производится ослаблением вот этой вот шайбочки или болта, что там, не знаю. То есть нужен спецключ на два штыречка. Ослабляем, после этого можно его занулить и снова затянуть. Ну и аналогичная ситуация с боковыми поправками лево-право. Так, окулярный узел у нас вот так. Переход такой отчетливый, зачетный. Кольцо-трансфокатор с резиновым покрытием. Для меня лично немножко непривычно, что он против часовой наращивает кратность. То есть флажок для смены кратности тоже присутствует. Довольно-таки все удобно. Крутится с известным усилием, довольно-таки определенным. Ну, не слабо, но и не туго. Диоптрийное кольцо. Вот кольцо, кстати, крутится весьма туго. Как я сказал, кольцо крутится весьма туго. Прошу обратить внимание на общую эргономику прицела. Как окуляр здесь заужен. Ну, в общем, все в лучших модных тонах сделано. Так. Что теперь нам сделать? А теперь нам осталось только посмотреть тоненькую, изящную сетку. Вот она вот такая. С подсветкой где-то на пятерке. Ну, охотничьих отзывов и
пристрелок, думаю, в интернете полно, поэтому мы на этом закончим, тем более, что пристреливать нам только с арбалета есть. С чего? Ну все, всем пока, счастливо!